Если в докризисные времена накрыть вкусный стол могли позволить себе многие, в этот раз таких везунчиков стало гораздо меньше. Таковы экономические последствия пандемии COVID-19. Если цены на полках изменились не намного, кошельки южноуральцев за год значительно похудели. Курица к столу будет стоить от 100 рублей за килограмм. Кусок свинины от 250. Ну а для тех, кто не верит в приметы года белого быка, кусок говядины может обойтись как в 500 рублей, так и в несколько тысяч. Еще один продукт, который может подорожать – красная икра. В этом году промысловики отчитались о рекордно низком улове лосося. Вот только в большинстве ярких баночек продукт размороженный. Так что, скорее всего, слухи о подорожании – очередная маркетинговая уловка. Впрочем, и безо всяких хитростей. Перед Новым годом в магазинах горячий сезон. По практике, все-таки больше с 25 числа ажиотаж, наплыв покупателей с 25 по 31 декабря. Люди все-таки стараются на Новый год сделать, да, красивый, вкусный стол. Это у нас и икра, и мандарины, и сладкие какие-то подарки. В этом году стоит внимательнее выбирать, что разливать по бокалам под бой курантов. Теперь под вывеской «игристая» только натуральные вина. Любимый многими сладкий газированный алкоголь во всех супермаркетах переехал на отдельную полку. А вот ингредиенты для салата оливье не составит труда найти в любом магазине. Традиционный тазик с оливье обойдется для южноуральцев примерно в 800 рублей. Это около 30 рублей за одну порцию. Конечно, вариант с каперсами и перепелкой обойдется дороже. Впрочем, несмотря на цены, каждый хочет удивить родных и гостей чем-то особенным. Челябинцы вспоминают бабушкины рецепты запеченной индейки, ищут вдохновение в роликах фудблогеров. Отказываться от праздника никто не планирует, несмотря на кризис и повышенные цены. Это же праздник, это Новый год. Естественно, будет гусь, салат оливье, естественно. Все те же затраты, также, мне кажется, там меньше или больше этого не будет. Будет все так, как раньше. Год быка будем встречать радостно, с любовью, главное. Эксперты говорят, встреча Нового года обойдется семье из трех человек в 10-13 тысяч рублей. Сэкономить предлагают на подарках. Сувениры, сделанные своими руками, снова в моде. Кроме того, расходы на развлечения тоже станут значительно меньше. Ведь ковидные ограничения, скорее всего, сохранятся и на новогодних каникулах. Иван Абросимов, Павел Востротин, 31 канал.